Началось все сегодня там, потому что его профессор Муромцев, о котором он писал и которому посвящал статьи, родственник похоронен. И вот мы стоим к нему спиной, а перед нами могила Юлия Алексеевича. Юлий Алексеевич Бунин – личность чрезвычайно интересная, и я очень рада, что прикоснулась к его судьбе и начала заниматься его жизнью, биографией. Начала от того, что увидела в словарях и справочниках какие-то несуразности, какие-то несоответствия, годы не совпадают, еще что-то. Например, сказано, что он родился в одном месте, в другом словаре другое названо место. И вот это все мне показалось неправильным, потому что Иван Алексеевич очень любил его. Очень любил. Они были разные по политическим взглядам. Юлий был народник, революционер, вот из дворянской семьи. Иван Алексеевич рассматривает потом в своей жизни этот вопрос очень часто. И куда бы он ни приезжал, он был учеником практически Юлия Алексеевича. У них разница большая в возрасте – 13 лет. На 13 лет Юлий Алексеевич старше его, и практически он его воспитал. Поэтому, когда вышла эта книга, мне стали приходить какие-то там добрые слова по компьютеру я получала, и почти каждый писал, без него Ивана бы не было. Вот люди, которые занимаются творчеством Бунина Ивана Алексеевича давно, они именно вот с этой фразой присылали мне свои впечатления. Книга состоялась, и она потребовала очень много труда. Она по архивам. Вот буквально там рукописи его я расшифровывала, вот автографы переписывала, перепечатывала. Много статей о нем опубликовала. И сейчас готовлю его материалы. Он на самом деле был математиком, кандидатом математических наук. И ему прочили вообще большую карьеру в науке. Он был очень талантливым человеком. В Воронежскую гимназию закончил с золотой медалью. Приехал поступать в Московский университет императорский на математическое отделение физико-математического факультета. Был принят с распростертыми объятиями. Но за ним был шлейф определенный. Он еще, учась в гимназии, познакомился с народниками. И вот это вот желание счастья народу, оно, конечно, погубило большого человека на самом деле. К счастью, вот когда начинаешь анализировать все, братья никогда не поссорились. Юлий был иконой для Ивана. Никогда никаких разногласий по этому поводу не было. Однажды, когда в Харьков он приехал к Юлию Алексеевичу, ну, молодой парень, работы нет, денег нет. Вообще это вот этот миф, конечно, дворянская, это среда, семья. То, что написал Евгений о их детстве, это просто страшно. Второй брат, средний брат, вот впечатление его, и нищета, и бог знает что. Но, тем не менее, вот дети состоялись, и судьбы их очень интересны. И Юлий Алексеевич сыграл большую роль во многих вопросах. Но я не стала специально делать никаких презентаций, ничего. Поэтому я свою позицию хочу объяснить бунинским стихотворением слово, которое так и звучит. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния, умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный речь». Ничего не скажешь, правда? Исчерпывающие слова. И это очень важно. Я думала все, откуда это пошло. И вот обратила внимание, например, на такую запись в воспоминаниях Веры Николаевны, супруги Ивана Алексеевича, которая написала уже после всего, когда все совершилось. В начале марта 1881 года, когда Ваня играл с Машей, сидя на полу, и что-то строил из книг, вошел из новоселок мужик, перекрестился на образ, темный образ, поклонился господам и неторопливо, торжественно произнес. Я эту фразу читаю всегда
с изумлением. Государь наш, Александр Николаевич, приказали долго жить, его убили. Понимаете, вот без истерик, без всего, пришел мужик и сказал такую фразу. Я думаю, что вот отсюда, от этих мужиков и пошел талант и Ивана Алексеевича, и Юлия Алексеевича. Юлия Алексеевич мог бы достичь большего. И я вот начну свою речь, наверное, дальше именно с объяснения всего, что произошло. В семье Людмилы Александровны и Алексея Николаевича Буниных родилось 9 детей. Представляете, женщину, которая 9 раз рожает и 5 детей хоронит. Остается 4. Сыновья Погодки, Юлий, 1857 года рождения, 7 июля, ему сейчас 160 лет, вот в июле этом. И Евгений, следующий год, 1858, соответственно. Потом долго ни детей, значит, не было. Они уехали в Воронеж с 2 старшими детьми, там у них были родственники, и они хотели дать детям, мальчикам, образование. Были там, готовили их, так сказать, к поступлению в гимназию, сначала с репетиторами, но Евгений не захотел учиться и уехал, а Юлий остался и закончил блестящую гимназию, и дальше, так сказать, продолжил свой путь, тоже вот очень серьезный и интересный. Евгений был очень талантлив, он художник, он рисовал хорошо, но он выбрал другую себе жизнь. Итак, в 1870 году родился Иван, через 3 года Маша, еще одна дочка Александра, которая тоже через 5 лет умерла. И осталось 4. И вот эти 4, ну, Мария маленькая, любимица всеобщая, все, так сказать, очень интересно, но я привожу здесь вот такие вещи. Народная пословица гласит: первый сын Богу, второй царю, третий себе на пропитание. Словари, раскрывая смысл этой пословицы, пишут иначе. Первый сын или умрет, или станет священником. Второй уйдет на 25 лет на службу в царскую армию. А третий будет работать, не покладая рук, и содержать родителей до конца жизни. Прекрасная философия. Алексей Николаевич Бунин, присмотревшись к сыновьям, сказал однажды младшему: «Старшие сыновья не в меня. Юлий – вечный студент, неловкий и на лошадь боится сесть. Евгений – скворыжник, не в меня тоже, из-за гроша может выйти из себя. Только ты в меня легкостью и талантом». Он правда был очень талантливым человеком, и несмотря на то, что и имение пропил, и вообще неизвестно, как жил весело, дети не были к нему равнодушны, они очень его любили, очень почитали, и это тоже очень интересная деталь. Как видим, о том, что кто-то из детей должен работать, не покладая рук, чтобы содержать родителей, Бунин-старший не думал вовсе, да? И это тоже интересно. В оценке таланта младшего сына не ошибся. Он действительно оказался тем, кем оказался, да? Иван Бунин – писатель, поэт, получил 2 пушкинских премии здесь, был избран академиком по разряду изящной словесности в Российскую академию наук, был поднят на необыкновенную высоту, а потом вдруг, в мои студенческие годы, мы даже долго не знали, что, ну, в деталях, что был вообще такой замечательный писатель. Он был антисоветчиком, эмигрантом и прочее, прочее, прочее. И очень медленно, благодаря нашим смелым преподавателям в Московском университете, оставался, в общем-то, Буниным для нас. Значит, Юлий, возможно, не без влияния этой отцовской характеристики, вот что он, значит, не в него, да, преодолел всякий страх и выбрал нелегкий путь революционера-народника. Я думаю, если бы отец по-другому сказал, может быть, он бы и не стал тем, кем стал. Он выбрал этот путь, который грозил ему арестами, тюремными заключениями бесконечными,
Он все время был под надзором полиции. Из Московского университета накануне защиты выпускной работы его отчислили. Уволили, как тогда говорили, уволен по решению студенческого суда университетского за участие в сходках революционных. Был уволен и он, и Кащенко, знаменитый вот наш психиатр, и еще ряд талантливых людей. Человек 30 их тогда вот уволили из университета. У Юлии было особенно обидно. Он завершил 3 курса, 4 года тогда учились, и на 4-м курсе вот ему осталось только защитить кандидатскую работу. Его отчислили, причем Кащенко отчислили вообще без права поступления там в никуда, можно сказать. А Юлию было позволено через год восстановиться где-то в другом месте, а из Московского университета навсегда. Это было очень страшно. Он в университете учился с удовольствием, но, правда, очень своеобразно. Он поступил на математическое отделение физико-математического факультета, а бегал на все лекции. У них очень интересно читал Сергей Андреевич Муромцев, вот сегодня вы видели памятник ему. Очень интересно читал Чупров. Масса была преподавателей потрясающих. Он о всех оставил воспоминания, тоже чрезвычайно интересные. Я их опубликовала в журнале «Татьянин день», вот, который московский факультет, мой факультет журналистики издает. Там 50 экземпляров они издают, но это все вот чрезвычайно интересно. Значит, за эти убеждения он очень поплатился. Тем не менее, он был отправлен в Харьков сначала, вот после того, как был отчислен. К Москве он имел отношение маленькое. Вот из-за его революционной этой деятельности он, конечно, не скоро в Москве обосновался. Он приехал в 1897 году и около 20 лет прожил. В 21 году он умер. Вот. И он стал кандидатом наук, но математическая вот эта стезя его как-то у него не получилось. Он там еще в Харькове заканчивал, когда там открылся еще факультет, на котором очень увлеченно занимались статистикой. И он вот освоил себе еще и это. И поэтому, когда его там в Харьков отправили, он работал в статистическом бюро. Ну, как бы мы теперь сказали бы, все-таки ведущим специалистом, потому что грамотный, образованный человек, интересный. Но куда бы он ни приезжал, первым делом он встречал всех своих по тюрьме знакомых там и прочих народовольцев. И тут же образовывался кружок. А Иван начинал свой путь, страдал, денег не было, он все время пишет, пришли, Юль, 10 рублей, пришли то, пришли, ну вот в каких-то одеждах его старых ходил, вообще это было ужасно. Мальчишка, он приезжал к нему в Харьков, а потом Юля перешел в Полтаву, и он приезжал еще к нему в Полтаву, и там работал, тот ему находил работу, приучал его к журналистике, они там, очень интересный был проект, я опубликовала тоже об этом статью. Они взяли губернскую газету, «Полтавские губернские ведомости», и на целый год какими-то вот странными, обошли цензуру, странными способами получили для себя внутренность этой газеты, так называемую неофициальную часть, где публиковались, в общем, вещи свободные какие-то. И целый год издавали эту газету как отдельный выпуск, я ее проанализировала всю в Химках, сидела, 222 номера вышло, чрезвычайно интересно. Для крестьян обучали их профессиям, рассказывали о том, о всем, переписка шла. Эти крестьяне писали изумительные там письма им в газету. Ну, потом цензура дошла до нее, они это все закрыли. Поэтому, значит, вот эта ситуация его непонятная, он вот все получил. Но в профессии ему было остаться трудно. Математиком он не стал. Пока он жил в Харькове немного, он начал писать. Между прочим, он написал серьезные документы для народной воли. Серьезные документы, книгу. А потом такие документы как бы установочные, чем надо социалистам заниматься. И это все под псевдонимом Алексеев.
А когда начали сажать за это дело, и у ребят у всех стали находить вот эти книжки, то очень быстро, ну, с помощью там, и, так сказать, допросов и всего, установили авторство его, и он был сурово наказан. Его выслали на 3 года под надзор полиции в родовое имение, где жили родители. Ну, в тюрьме он тоже посидел год, не волнуйтесь. Вот. Выслали в родовое имение, и вот тут произошло то, что всем известно, что везде написано, и чему я хочу посвятить тоже много времени, но меньше, чем всему остальному. Он оказался на 3 года дома, мать была счастлива, они не знали вообще ничего о его революционной деятельности, это было закрыто. Так же, как и не знали о том, что у него гражданская жена. Женат он никогда не был. Но в этой книге первый раз мы даем его с женщиной этой. Я там, к сожалению, меня ругают, говорят, ну, написала бы. Но я не успела в музей литературный зайти, у них есть тоже подобная фотография. И сказала ее фамилию, они тут же записали. Я говорю, вы знаете, ну, это еще не установлено точно. Я не могу так, хотя это абсолютно почти точно. Но вот здесь я даю эту фотографию первую. Орловский музей мне разрешил. И из Орла вот мы ее взяли и дали. Очень хорошая, замечательная женщина. Переписка с ней чисто семейная. Вот я письма эти все скопировала, сейчас, значит, их печатаю. Семейная, бытовые детали, все там абсолютно интересно. И она была увлечена тоже революционной работой. Елизавета Евграфовна Юргенс ее зовут. И следы вот ее мы пока не находим. Не только я, но и те, кто занимается Иваном Алексеевичем Буниным очень серьезно. Пока очень мало мы о ней знаем. Но письма изумительные совершенно. И Юлий приехал домой, мать была счастлива, все дети при ней, все довольно очень. А Иван в это время учился в Ельце в гимназии. 3 года отучился, ему очень не нравилось, он домашний ребенок, надо было жить в людях там, у Бякина такого, значит. И вот это все ему не нравилось, и он вернулся на каникулы и сказал, больше не поеду, буду учиться у Юлия. И Юлий преподал ему по конспектам своим университетским, понимаете? Вот откуда вот образованность, все, потом он самоучкой, ну и талантливый человек, Иван Алексеевич, что говорить, он самоучкой еще дошел, но образование у него... Вот Юлия образование. Он дал ему все за эти 3 года. И где-то в деталях, вот тут есть описание, они просто потрясающие. Как он ему читал лекции по всем основным предметам. А когда увидел, что он талантлив и тянется к литературе, то стал с ним очень серьезно заниматься в этом плане. Переписка, вот первое письмо там Иван Алексеевич написал ему, когда 15 лет ему было, ну, может, это было не первое, первое опубликовано, Сергей Николаевич Морозов вот занимался этим, опубликовал. Первое письмо, ну, потрясающее совершенно. А дальше всегда Юленька, любимый, дорогой, твой навеки всегда, все. И это продолжалось всю жизнь. От него смерть Юлия Алексеевича скрывали 1-1.5 года. Когда он же уже жил за границей, в Париже, туда вести доходили и так не скоро, но знали, как для него это, что это значит для него, и для него это был большой удар. Он просто ему не говорили. Приехал его близкий друг, писатель Борис Зайцев, который хоронил Юлия Алексеевича и описал эти похороны. И я говорю всем, ну как же я вот архив Зайцева, вы смотрите, а там не... Так нет же, он не мог сказать, от Ивана все скрывали. Но потом он все-таки где-то в газете увидел, сначала не понял, что это о Юлии идет, объявление какое-то, и был очень этим сражен. И вот то, что касается связей с Иваном Алексеевичем, закончилось замечательно. Он ему был всегда благодарен. Я вот где-то здесь даже записала, что когда в 1891 году вышел первый сборник поэтический, слабенький еще такой, но первый сборник поэтический Ивана Алексеевича, то он, значит, написал
там дорогому брату и глубоко уважаемому другу. А когда вот в 1912 году отмечали 25-летие творческой деятельности Бунина, в России он был в славе, известен, все, то все были потрясены, потому что, когда начали говорить родственники, и вот приветствия пошли от родных, журналисты были потрясены, что Юрий Алексеевич говорил со слезами, а Иван Алексеевич тоже расплакался. Вот так они реагировали с любовью, отношение было невероятное. На глазах вот всех, это во всех газетах потом прошло того времени, такая необычная деталь. Через 3 года повторилась эта история, потому что в 1915 году, 25 января, отмечался юбилей журнала, в котором работал уже Юрий Алексеевич. Он переехал в Москву под напором Ивана, между прочим. Тот все время говорил, нечего там сидеть в Полтаве, хотя его там держали, в общем-то, и другие проблемы и дела, да? Надо в Москву, надо в Петербург выбираться. И Юрий действительно не выпячивал себя, вот не выпячивал. Он, конечно, вот это все его революционное, ну и прошлое, и участие сковывало его. Он привык быть в тени, и я думаю, поэтому тоже во многом не получил такой широкой известности. И вот в 1915 году был юбилей журнала. Журнал московский, назывался он «Вестник воспитания». Толстенный такой красивый журнал, издавался очень много лет. И этот журнал был новаторским. Его основал врач, который считал на свои деньги, все как сегодня, все было так, вот, на собственные средства. Врач считал, что воспитание ребенка зависит не только от педагога, но и от медика. И поэтому там публиковались и врачи, и педагоги. И вот он назывался «Вестник воспитания». Ну вот что, кто издательскую деятельность знает, 8 печатных листов, 10, 12, до 20 доходило. Толстенный журнал, потрясающе интересный. Я бы, вот будь моя воля, переиздавала бы все номера, потому что я как-то прикоснулась к некоторым темам, ну, например, тема войны Первой мировой. Потрясающе Юлий давал ее, потрясающе. Это были и какие-то письма из-за границы, из Англии, из Франции, к детям, как дети реагируют, что они думают об этом. Ну, очень много. Великие люди, там, Овсяника Куликовский, ну, кто, Виноградов, только все академики печатались. Журнал был чрезвычайно интересный. Основал его не Юлий Алексеевич, основал его Покровский, другой человек, но он умер, и деньги нашлись у человека, у зубного, детского врача, простите, у детского врача Михайлова, и вот Михайлов пригласил Юрия Алексеевича как редактора, не номинального, сам он был номинальным редактором и деньги давал на это издание, ну и смотрел, наверное, медицинские статьи, а Юрий Алексеевич организовывал все остальное. И вот этот журнал, когда его через несколько лет вот, отмечали 25-летие этого журнала, то приветствовали Юлия тоже. Ну, прежде всего, Юлия и Михайлова, конечно. И там тоже было очень интересно. От литературного кружка одного Юлию был преподнесен такой, значит, адрес приветственный, со статьей, которая была украшена рисунками художника Васнецова. А еще ему преподнесли чернильный прибор. Я вот его нашла неожиданно для себя в Орле. И этот чернильный прибор, как говорила я все время, где чернильница Бунина, где чернильница Бунина. Потом мы среди вещественных там вещей нашли ее. И оказалось, что на ней выгравированы 19 факсимильных вот подписей. Кого там только нет. Леонид Андреев, Борис Зайцев. Ну, все окружение. Мария Павловна Чехова. Она ведь очень дружила с Иваном Алексеевичем. Я где-то думаю, даже со стороны Марии Павловны это было больше, чем дружба. Там действительно в письмах
Очень просто. И жаль, что это не состоялось, наверное. Хотя, в общем-то, не знаю, Мария Павловна не могла бы, наверное, быть чьей-то женой, могла быть только сестрой Антона Павловича Чехова и сохранить все его наследие. Это очень тоже важный момент. Ну вот, значит, дальше я хотела бы немножечко коснуться тех людей, которые близко знали Юлия Алексеевича и которые оставили о нем воспоминания. Вот Владислав Ходосевич коротко сказал, он сказал, Юлий Бунин человек всей Москве известный и всей Москвой любимый. Вот прямо выстрелил так и все. И на самом деле так и было. Вот откройте, сейчас очень много материалов о нем, и моих там тоже, и много вообще материалов пошло о нем. И там, ну, почти нет организации, в которой бы он не участвовал, понимаете? Общество это, общество Толстовское, общество журналистов, помощи журналистам. Его везде приглашали, и он за все брался. Он был вот общественный такой человек. И за все брался. Значит, вот если вы возьмете переписку их с Юлием, Юлией и Ивана, то все, значит, вам будет понятно про них двоих, и мы уйдем дальше. Значит, современники Юлия Алексеевича всегда отмечали его глубокий интерес к литературе. Вот было такое общество «Среда», вел его Николай Дмитриевич Телешев, писатель московский, единственный, вот у кого дом его, личный дом его семьи на Чистых прудах сохранился, и живут там его потомки. Замечательный дом, все время их там вроде на грани выселить-выбросить, но Телешевы держатся, и слава Богу. И вот там проходили заседания литературного кружка «Среда». Больше 20 лет. Юлий был бессменным председателем. И воспоминания такие, что где-то я найду их и обязательно покажу, что он критично относился, резко, даже вот после его критики произведения переделывались и становились лучше. И все были ему благодарны за это. Отменный вкус литературный, отменные глубокие знания. У него много статей, набросков. Я ведь работаю с архивами, где черновики его лежат. Понимаете, многого я не нашла, было ли оно напечатано или не было. Вот. Поэтому дома у него как такового не было. Когда его пригласили руководить журналом «Вестник воспитания», то он на Арбате журнал находился, редакция, в Староконюшенном 32. Нет этого дома сейчас. И Юлий Алексеевич там, Михайлов, выделил вот свою площадь какую-то. Они очень дружили с редактором, вот этим, который содержал журнал. И Юлий Алексеевич жил там. Но когда началась революция, он тяжело заболел и остался один, и начал путешествовать по богадельням, его стали оттуда, отсюда. Он такое щемящее письмо написал Семашко, с которым был знаком, кстати, чтобы его хотя бы там оставили еще где-то. Но он в хозяйственных делах был беспомощный. То вот эти вещи остались там. И брат Веры Николаевны Муромцевой пишет ему, что тоже бедствует и тоже где-то в богадельне живет. И пишет, что там вроде у вас пакет был какой-то, мыши начали съедать, подъедать. Вот надо где-то взять, убрать, еще что-то. А он ничего уже не мог сделать. Он, во-первых, тяжело болел, и Иван хотел все время, чтобы он с ними уехал. Они пришли его провожать, была Екатерина Павловна Пешкова, вдвоем они были, и Юлий. Они провожали Ивана Алексеевича и Веру Николаевну с Савеловского вокзала на Белорусский, когда те уезжали за границу. В Одессу сначала, а потом уже навсегда. И его звали с собой. Но я думаю, и даже так об этом и написала, я думаю, что он не хотел быть обузой. Он не привык, он был всегда старший, ответственный за все.
А тут тяжелые болезни, одна за другой. И, ну, это не мужской был поступок, вот свалиться им на голову, тем более, что они и сами-то ехали в никуда, и сами не знали, где и что там окажется у них. И говорят, что с Нобелевской премией что-то пытался Иван сюда посылать многим потихоньку. Но ведь это какие были времена, переписка запрещена, никаких сведений никто не мог получить. Вообще это, конечно, страшно. И вот эти последние годы, я сейчас попыталась восстановить его последние годы, и вот от 17-го года по письмам восстанавливаю. Вот он пишет, ему пишут, вот откуда что там есть, и это ужасно. Это просто угасание совершенно невероятное. И помощи ниоткуда нет совершенно. Был двоюродный брат Пушечников, который долго участвовал. Слава Богу, его жена спасла очень многое из архивов Юлия Алексеевича, сохранила, упросила там кого-то, чтобы, потому что начали печку жечь вот этими бумагами. И вот эти бумаги сохранились в очень плохом состоянии. Они есть в Российском государственном архиве в Москве, они есть в Орле, они есть еще в других каких-то местах. Ну, вот так это сложилось. Значит, судьба трех братьев оказалась по пословице почти, да, с некоторыми коррективами, почти по пословице, которые я прочитала вам. А все, что касается остального, вот работы Юлия Алексеевича, то я бы вот дала такую оценку, что свой дар он все-таки реализовал в журналистике, литературной. Он никогда не написал ничего. Среди художественных произведений мы не найдем ничего Юлия Алексеевича. И вот то, что он мог делать, он делал в журналистике. Значит, в харьковский период это журналистика, он пишет для провинциальной прессы, для южных газет, для полтавских газет. Вот один из примеров я приводила. И пишет очень много статей по поводу того, что есть даже вот одна статья, я ее опубликовала по архиву тоже, что у всех есть профессиональные журналы, он пишет, включая даже зубных врачей. Инженеры, все обзавелись. И только у писателей, у журналистов нет такого издания. И он боролся за него. И когда там в какое-то время один из начинающих писателей, кстати, вот о нем бы тоже надо написать, это Белоусов Иван Алексеевич, портной, он практически из простой семьи, шил им одежду, а потом, в общем, написал несколько интересных книг. У Юлия Алексеевича это называется «Писатели-самоучки», «Писатели из народа». И вот Белоусов, он потом очень многим тоже помогал, и книги хорошие написал. И вот он задумал издавать журнал, который будет называться «Путь». Юлий Алексеевич схватился за эту идею и написал такую теоретическую статью, каким он видит этот журнал, что это должен быть журнал профессиональный для писателей и журналистов, где они будут печатать свои работы, давать критические там статьи по поводу других и так далее. Ну и вот это все тоже было интересно. Опыт журналистки у него был большой, и когда он получил «Вестник воспитания», где мог уже, ну, что называется, широко свои знания представить и умения, то это было для него большим счастьем. Вот я пишу, что среди авторов были Бехтерев, Мечников, потому что журнал был, да, и медицинского плана, Овсяников, Куликовский, Фортунатов, Гершензон, Шаховской, ну, масса народу очень известного. Они были все дружны. За все время я встретила только два полунегативных высказываний Юлия Алексеевича из зависти немножко. Вот как сурок, как-то кто-то его так обозвал. Ну, не кто-то, я просто не называю имя, но, в принципе, это вот очень было так. Фундаментальные работы. Вот я хочу привести название. Значит, одна из работ «Грамотность населения по данным всеобщей переписи за 1897 год». Я ее перепечатала, вы знаете, потрясающе.
Все научно обосновано, все эта перепись вся представлена, кто, где, по каким позициям. Он сделал это по образованию и сделал по вероисповеданиям еще. Потрясающе. Потрясающе. Я как-то на какой-то конференции сказала, как он к Западной Украине там относится, но еще вот лет 10 назад, когда все тихо было, из Львова там какой-то вообще человек, там говорит, ну пришлите, что он на Галичине нашей писал, говорил. Вот. Я говорю, нет, там фрагменты, я пока утаю, а вот и слава Богу, потому что сейчас им уже никто не нужен на Украине, а тут еще бы и некоторый взгляд на украинскую историю, такое другое, может быть, тоже было не то. Вот грамотность населения, а дальше идет о расходах земства на образование. Некоторые статьи просто поразительны об образовании. Вот он пишет, что у нас там на 1000 человек было 3 грамотных крестьянина, там еще какие-то, делает из этого ну, свои какие-то выводы очень интересные. И это, в общем-то, распространение образования, как он считает, привело к тому, что уже в конце XVIII века в России предпосылок вроде не было к этому, а уже были и свои знаменитые писатели, и ученые, и художники, и музыканты, потому что вот эта идея образования его очень занимала, и он многое для этого делал. Вот, значит... Дальше. Он считал, что в кадетских корпусах заботились о строгом порядке и выправке, а в женских учебных заведениях, институтах и пансионах о том, что барышни умели держать себя в гостиных. А вот семейная и общественная жизнь создавала у дворянских детей множество пороков. Лень, отвращение к труду, бесхарактерность. Во многих романах, рассказах и воспоминаниях все это хорошо описано. Это вот он где-то резюмирует в одной из своих статей, и там приводит и Островского, и Помиловского, и другие примеры. И в то же время очень большую роль, как он считает, начиная со времен Ломоносова, в просвещении нации сыграла журналистика, что были доступные газеты, «Копейки», там вот эти издания различные, и это способствовало улучшению образования. Да, вот как раз он пишет в одной из статей, и ссылается на такой факт, что в 1868 году вот в Костромской губернии, вот в таком-то уезде, из 1000 мужчин грамотных было только 48, а из 1000 женщин всего 3. Это тоже его заботит, и он как бы, ущемление, это тоже было для него важным. Юлий Алексеевич занимается теми, кто вклад в педагогику внес большой. Вот статья об Ушинском очень большая. И другие статьи, которые были сохранены, не опубликованы, возможно, потому что не всегда я нахожу публикации. Я вижу черновики, и, знаете, журналы говорят мне, представители всегда говорят, пусть так, как есть. Вот черновик, там есть повторы, еще что-то, да? Вот в Московском университете Алексеева Марина Ивановна мне сказала, нет, это очень важно, Тамара Викторовна, особенно для наших студентов, как это появляется, как это рождается. Вот, и оставьте как есть, повтор есть повтор. Вы же пишете, что это черновик, и вот это все по черновику, значит, и очень важно. Дальше вот я хотела бы сказать, что в Москве он очень много сделал в обществах различных. Вот такая, сейчас фамилию вспомню, Ирина Петровицкая, недавно ушедшая из жизни, она выпустила словарь профессоров Московского университета, студентов Московского университета, и она там указывает биографию Юлия Алексеевича, дает как студента. А вот я обращалась в Московский университет, я не добилась вообще возможности никакой издать там эту книгу, потому что тут у меня половина про Московский университет. Ну, вот когда я была аспиранткой, студенткой, я могла попасть к ректору-академику Петровскому по личному вопросу в кабинет,
к сегодняшнему ректору нет. У него теперь масштабы другие, все другое. Мне не удалось даже свою просьбу выразить. Я хотела, чтобы университет прикоснулся и сдал бы, помог мне издать эту книгу, и сдал бы под своим этим. Ну, слава Богу, что жив Ясин Николаевич Засурский, наш учитель, и он написал предисловие, поддержал это. А так ведь все говорят, а кому это теперь нужно, а кому зачем? История журналистики вообще вроде не нужна. Нам, у нас медиапространство сейчас, мы вот задыхаемся в специалистах, которые это все знают. Вот. Поэтому я и начала вот со слов мужика, который вошел и так красиво, без крика, что царя убили, а вот красиво, мягко своих господ посвятил в это. Самое ужасное было, конечно, вот это последние годы жизни Юлия Алексеевича. Друзья были тоже в таком же положении, как он. Голод, нищета, холод. Я ходила вот в ЗАГС узнать, документ увидеть о его смерти. Мне сказали, что заведующая сказала, знаете, не найдем архива. Вы же представляете, что такое был 1921 год? Я говорю, да не представляю. Ну, читала, но все-таки, как и вы, наверное, говорю, не представляю. Ну, в общем, ничего не сохранилось. Может быть, удастся еще что-то найти, потому что нестыковки есть. Вот он из хорошего места, в котором он его определили, это было место как бы санаторного типа, где отдыхали работники литературы, искусства. Вот это было хорошее место. И туда поселился одно время Владислав Ходосевич, они там общались, он описал это все. А там же были Гершензон и с кем он там, вот переписка из двух углов. Книжку они там написали. Вячеслав Иванов, спасибо. И вот они написали там эту книжку вот в это время, и мы немножко представляем там положение Юлия. Но дальше держать его долго не могли. Те отдохнули, уехали, 3 месяца прожили, уехали. А тут все дальше голод. И когда Борис Константинович Зайцев говорит, что мы приехали попросить, чтобы Юлия Алексеевича все-таки там задержали, они сказали, ну да, мы оставим, но ведь кормить-то нечем. Вот, может быть, даже и какие-то условия будут, но кормить нечем совершенно. В общем, это было вот такое угасание, которое печальный конец, которое, конечно, он сознавал. Вот, и думаю, что нет, он не разочаровался, он просто порядочный человек. Где-то он написал, что он взгляды свои оставляет, не изменил, и, в общем, не входит в то, что происходит сейчас, анализ никакой не дал. Самое интересное, что уже в 19-м году, когда советская власть, казалось бы, должна была его поддержать чем-то, его арестовали. Он несколько дней провел в тюрьме. И он вот пишет, кому не помню сейчас, кому же он пишет, что вот он просидел там неделю, он написал, недолго, выпустили. Ну, правда, 7 тысяч остались там. Ну, ведь, наверное, вернут. Вот такие вещи были. Значит, его арестовали беспочвенно, никакого не предъявили ему обвинения, просто на всякий случай, а может быть, потому что брат, да? Второй брат, я вот не знаю, как происходило все, потому что второй брат Евгений Алексеевич, погодок его, он выбрал себе другую судьбу. Вы просили немножко коснуться, я скажу коротко. Он хотел быть наследником, помещиком, а уже при жизни старшего Бунина все разваливалось, потому что он продавал, за долги забирали все земли, и Евгений пытался это восстановить. Вот это в переписке братьев очень видно. Вот он себе выбрал такой путь. Он хотел сохранить усадьбу, сделать все как надо, и в чем-то ему даже повезло. У него
он выбрал себе жену под стать себе, трудолюбивую такую, хозяйку хорошую, с маленьким приданным, но незнатную женщину. Он выбирал именно простую, работящую. И они там сколотили какое-то, в общем-то, хозяйство у них было. В Ефремове сохранился дом. Честно говоря, мне жаль. Это музей Ивана Алексеевича Бунина, понимаете? Мне жаль. Но музей не идет на контакт. Я много писем написала. Кое-что хочу установить. Это вот редкий случай, когда у меня нет связи обратной. Орел, пожалуйста, все на свете. Москва, пожалуйста, все на свете. Оттуда почему-то затаенное молчание. Они просто не видят мои письма, а я спрашиваю. Но, может быть, не доходят. Тут грех брать на душу нельзя. Но вот Евгений купил там дом в итоге. Сначала он восстановил, я бы сказала, поместье свое бунинское, но начался 1905-1906 год, его сожгли. А он был такой не очень с хорошим характером, мужики его не любили, он там выставлял потом и водки много, и всего, но они все равно ему отомстили. И он ничего не смог сохранить в итоге. Но сохранил дом. Он купил хороший дом. Дом этот в чаше жизни Иван Алексеевич описал. Так поэтично, так красиво. И самое главное, что дом как построен в 1880 году, так до сих пор и стоит. Дом красного кирпича. Но там музей Ивана Алексеевича Бунина. Они все пишут, что Иван Алексеевич бывал там много раз, что от 1906 года до 17-го он вообще постоянно приезжал туда. Да, ну пусть и будет и Евгению же что-то. Ну, висят, говорят мне, я не была еще. Говорят, что висят портреты, написанные Евгением. Но Евгений вообще умер под забором. Он вообще, его из этого дома выбросили в 20-м году. И он скитался, жил у каких-то там людей. Вот фамилии их тоже известны. И потом и те люди как-то от него отказались, что ли, я не помню. Не знаю, вернее, не помню, просто не знаю. И он просто замерз, вышел на улицу, одет плохо, голодный, он замерз. Но об этом, обо всем Иван Алексеевич тоже написал статьи и рассказал об этой трагедии. И окаянные дни у него есть, предваряющие эту семейную трагедию и все остальное. И есть архивы в Лидсе, в Англии. Вот, по-моему, ребята ездили туда в прошлом году. Вот они мне говорили, что есть там кое-что, раскрывающее вот помощь Ивана Алексеевича. Я пока не видела, хотя руководителя этого архива знаю, делала с ним интервью лет 20 назад здесь, в Москве. Но я не обращалась, поехать я не могу. А сейчас он уже и сам заведует только на общественных началах этим архивом. Ну и потом есть люди лучше меня, занимающиеся Буниным, и им и ветер в паруса, потому что от моей поездки особенно ничего бы там не получилось лучше, чем у них. Но по ходу они пока еще до братьев не добрались и пользуются моими материалами. Очень довольна, что кто-то занимается и этим, вот родословной этой. В 2010 году мы втроем под руководством Талы Михайловны Банами, которая первая в России написала диссертацию о Бунине в 60-е годы, издали сборник такой. Он очень интересный оказался. Значит, «Бунин и его окружение» он называется. Хорошая книга получилась. И там я просила ее тогда, что я напишу о Юле. Она сказала: нет, Тамара Викторовна, о Юле кто-то другой пусть напишет. А вы дайте нам две статьи о дружбе Зайцева и Бунина Ивана Алексеевича. И вторая статья об Андрее Седых. Вот это тоже очень интересный человек. Очень интересный, который сопровождал Ивана Алексеевича за получением Нобелевской премии. Был как бы его секретарем на этот период.
и чуть ли не потерял там чек сначала. Смешно об этом везде повествуют. Ему Бунин поручил заниматься такими делами, и он чуть ли не потерял этот чек. Вот. Ну вот что сказать в заключение, наверное, да? Как хотите, можно еще много говорить. Но род Буниных известен с 15 века. Это вот конец, можно сказать, да? И это еще, смотрите, какие корни. Там и в прошлом было много. Анна Бунина, поэтесса. Вот сейчас вышла книга ее поэтическая, понимаете? А Жуковский, это в родстве. Семенов-Тиньшанский, там линия семеновская у Буниных очень большая. Мы очень мало знаем и Бунина самого. Это вот Иван никогда не интересовало почему-то. Все, что со стороны матери, там тоже род дворянский, да, как-то его родословное не увлекало. Он вроде герб там, и ладно, но не уникал. Больше Юлий все это узнавал и докладывал в семье, рассказывал об этом. Род очень известный. И практически вот и в 20 веке тоже был гений. Потомки по линии Евгения Алексеевича. Живут они все в Ефремове. Это уже правнуки и праправнуки. Вот, у Евгения Алексеевича я пыталась, ну вот есть человек, который занимается родословной, Дмитрий Михайлович, вот, да, и он более точно там все знает, и он пытался как-то там тоже восстановить родословную, сделает, у него хорошо все получается. Но мне сразу сказали, ну какой же это род дворянские, когда это дети от экономки. Ну, жена у него, Настасья Карловна, была бездетной, бесплодной. И вот дети появились, мальчик и девочка, от экономки действительно. А от них пошло все остальное. У Ивана Алексеевича был сын, но он в 5-летнем возрасте умер, как вы знаете, а у Юлия детей не было. Да он при его жизни и не мог вообще, наверное, обзаводиться семейной такой серьезной жизнью, домом своим. И вот так получается, что все пока зиждется на вот нашем знаменитом Иване Алексеевиче. Ну, слава Богу. Чего не коснешься, там ведь бездна. Откуда он это брал, я не знаю, эти образы, эти слова. Это вообще непонятно, как это рождается. Вот Евгений, я пользовалась этими материалами немножко, он написал записки, как это называется, древней старины. И он написал о детстве, о том, как они жили, какие там были у них ситуации дома. Все, и писал эти записки для Вани, вот для того, чтобы Иван это когда-то использовал. Тот с ним часто советовался, потому что он хорошо знал крестьянскую жизнь, быт крестьян, вечно там с гармошкой, с граммофоном, он со всем этим танцевал. В общем, все были без ума от него, девчонки там всегда, потому что он такой парень был, что надо. И там тоже были незаконно рожденные дети где-то еще. Но потом вот все потомство оттуда. Очень сложно, потому что некоторые люди считают, что это нельзя признавать как потомков. Ну, я думаю, что эти потомки поэтому и держатся очень робко и скромно. Во-первых, они напуганы всеми явлениями 37-го года и дальше, потому что многие поплатились, там и племянника сажали в тюрьму и не давали вообще не переписываться, ничего, и они страдали от этого, они гнет этот чувствовали. Поэтому у этих, конечно, от родителей, предков сохранилось вот это чувство. А вот все так выглядит, что Юлий Алексеевич мог бы и больше сделать в жизни, и прожить лучшую жизнь. Но у каждого своя судьба. Тут ничего не изменить нам с вами нельзя. Да. Вот я хотела бы еще сказать,
что когда Иван Алексеевич первый вот свой сборник выпустил и посвятил его брату, это не было уже исчерпывающей благодарностью. Он до конца дней испытывал это чувство преданности, потому что сознавал, что на самом деле не было бы без него. Я, знаете, когда смотрела некоторые рукописи, вот первые там в архиве, то у них почерки похожи, и я даже иногда не знала, кому принадлежит. А кто-то из исследователей даже засомневался и писал, что первые публикации все-таки Юлием были написаны. Ну, написаны нет, но править он правил. Он даже правил его письма к Пащенко. И переписывался, вот, когда Юлий влюбился там. И это жуткая же была история. Он был на грани самоубийства. Они его не могли спасти. Юлий вызвал в Харьков Евгения, чтобы он забрал и увез Ивана. А Евгений приехал, испугался, сказал, я один его не довезу. Они вдвоем его возвращали, потому что брак с Пащенко оказался никаким. Родители ей не разрешали, голь такая перекатная, кому это нужно. И она сама не могла сообразить, что к чему. И, к сожалению, вот все это было очень тяжело. То, что он пережил, те письма, которые Юлия писала ее родителям, ей самой, Пащенко, она приезжала туда, то в Харьков, то в Полтаву, он устраивал их там на работу, и ее, и его, потом она убегала. Ну, не было, видимо, с ее стороны чувства, а родители просто ей запрещали. Отец говорил, вот, замечательный человек, выходи. И она вышла замуж, и жизнь ее сложилась, конечно, несчастно. Так что вот это тяжелая была ситуация. Слава Богу, Ивану повезло дальше, потому что преданность Веры Николаевны Муромцевой, знаете, когда образовалась семья в Париже, в которой живет Вера Николаевна, потом приехал писатель Зуров, поселился, потом приехала Галина Кузнецова, поселилась, и образовался роман у Ивана Алексеевича с молодой писательницей в доме, в одном доме, понимаете? И когда-то вот в последних изданиях Вера Николаевна, сидя с Иваном Алексеевичем где-то в кафе, в очередной какой-то праздник, когда он ее там благодарит, она ему говорит: «Эка, какую я тебе семью создала, 4 человека, вот женская месть, да, тонкая и всякое такое». Он умер, а она переписывалась и с Маргой Степун, и переписывалась с Кузнецовой, и они к ней ездили, и она им советовала, какие платья им носить, и деньгами они друг друга выручали. Ну, что тут скажешь, святая женщина, поклон ей. Кто-то ее осуждает, а кто-то еще как-то говорит об этом. Ну вот это все очень любопытно и трудно понять. Но это так. Если есть вопросы, пожалуйста. Что вам интересно вообще? А о судьбе сестры? Сестра вышла замуж за человека, который был занят в каких-то делах, связанных с железной дорогой. Вот. Его фамилия Ласкаржевский. У нее было 2 сына. Один умер в раннем возрасте. Я читала письма детские, 4-й, 5-й класс, которые они адресовали папе Юлию. Потрясающие. «Папа Юлия, защити, пойди в школу, скажи вот учителю по математике, еще там что-то такое». Лоботрясы были. То они есть, как-то... Извините, племянники называют. Обращались к Юлию, да, к папе. Да, 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 папа, да. Вот, мальчиками еще школьные письма, я вот их скопировала, они просто с ошибками, с таким совсем папой Юлией. Ласкаржевский был хорошим, видимо, человеком. Маша была трудная характером, она была строптивая, она по воспоминаниям была капризная очень. Но, может быть, это было связано с тем, что она вообще тяжело болела, и вот это раннее заболевание, нераспознанное еще, оно ее как-то сводило в могилу. Она была характером очень, ну, избалованная. Они ее обожали все с детства, таскали маленькую, все нарадоваться не могли. А вот Евгений всех похоронил. Жила у него мать, отца он похоронил. Вот вам второй брат, да? Всех похоронил,
Они все там долго жили, всех принимал всегда. Вот в Ефремове это прямо семейный дом был, они там часто бывали. И вот Вера Алексеевна, Вера Алексеевна, вот я где-то посмотрела, она, у Веры Николаевны, я с женой Бориса Зайцева путаю, вот, она, значит, где-то написала портрет Евгения, очень хороший, словесный такой. Вот они приехали в дом, и вот вошел человек, и она сразу поняла, что это брат. И такой красивый портрет описала, так здорово его описала, тепло, интересно. Вообще она очень много сделала для вот, сохранения семейных ценностей. Вот очень много сделала. Ну, она образованный человек из хорошей семьи. Вот муромцевы были, конечно, знаменитостями в Москве. Вот этот дом на Поварской, там квартира 26, они там жили. И там Иван Алексеевич долго бывал, подолгу жили с Верой Николаевной, они подолгу там. А матери скудно как-то пишут, а вот об отце очень тепло все пишут. Посторонние люди, не родственники, а посторонние люди. Так что вот московский период жизни Юлия Алексеевича очень интересный на самом деле, потому что была стабильность, была работа хорошая по душе. Вот для журнала он делал очень много. И, ну, он жил этим. Вот это все, значит, как нужно. Собрать его журналистское наследие мы просто обязаны. Когда было столетие журнала «Журналист» нашего, то я им напомнила, что на первом номере, на первом выпуске написано, что согласие дали работать в журнале и Юле, и Иван. И они взяли мою статью, она называется «Брат билетриста», вот, и дали ее тогда в этом очередном юбилейном номере, я им очень благодарна. И с тех пор тоже как-то стали вспоминать, иногда вот звучит имя Юлия, потому что это было его как бы желание. И он мог бы редактором быть этого журнала, но вот, вы понимаете, стал Фриче, а Юлий опять ушел в тень. Я думаю, он всегда боялся этого своего революционного прошлого, что оно где-то вот выползет, и он причинит какую-то боль людям. Он был очень совестливый человек, и это невероятно, невероятно. Но я считаю, что он тоже, в общем-то, сделал очень большое дело, внеся вклад вот в семейные ценности. Просто и родители, наверное, должны были быть благодарны. Ну, каков отец? Какая характеристика? Замечательная, понимаете? Старший сын не в меня, да. И он, может быть, исправил его этим, потому что вот он и выбрал революцию. Там вроде нужно смелость там и все прочее. Написал эти все документы. Потрясающе. Документы эти иногда кто-нибудь откапывает, печатают, публикуют, находят. Он же под псевдонимом печатал. И, в общем, так у меня собрано все это. Но мне все говорят, читателя не найдет. Про это тоже говорили, читателя не будет. Ну, там, рыть, ну, баловство, ну, давайте издадим там, да. А вот читателю это не нужно. Это вот так звучит. Ну, наверное, так и есть на самом деле. Будем опровергать. Но наша история это, и ее, что я здесь исправила? Вот на всякий случай скажу, потому что в разных местах написано по-разному. То написано, что он родился в Воронеже, то еще где-то. Везде все называется. На самом деле он родился в городе Усмань, Тамбовской губернии, где родители были проездом. Там его крестили, и слава богу, это установлено. Я нашла его документы, и вот они здесь у меня скопированы и представлены. Дальше написано, что вот на что я и обратила внимание. В солидных книгах люди, которые всю жизнь занимаются Иваном, ну, вроде побочно, надо же объяснить, где-то дать ссылку на письмо, сказать. Вот они пишут, в 1874 году он закончил гимназию. В этом же году поступил в Московский университет. В 1878 году его закончил Московский университет, а он не оканчивал. Потом вдруг, через три строчки, в 1881 он был отчислен из Московского университета.
понимаете? И дальше начинается домысел. Потом он уехал в Харьков, там поступил на юридический и стал юристом. Про Харьков ничего не знаю. Я знаю, что он там восстановился, защитил и там получил кандидата. По крайней мере, так я нашла в материалах. Но сейчас, видите, в Харьков не съездишь, в Полтаву не съездишь. Вот, они вообще, я не знаю, вообще в науке вроде отношения нормальные. Но то, что мы видим, они же отвергают и вообще всякую. И я думаю, если они Шевченко уже не хотят, то Бунина тем более не хотят. Мы хотели там установить в Полтаве на доме, где они жили, он сохранился, где работали, ну, какую-то памятную там деталь. Нет, ничего там не получается сейчас. Ну, времена же, может, и не выбирают, но, может быть, они когда-то подумают, что это культурное пространство, оно должно как-то быть нашим общим, я не знаю. Не знаю, у меня есть часть украинской крови, но я не знаю, примут они нас или нет. Это маленькая часть, поэтому я не знаю. Творчество? Можно его как-то ассоциировать с серебряным веком, или он вообще далек был? Вы знаете, ну вот есть очень интересный такой фельетон, называется «Венский период русской литературы». Очень интересный фельетон, я тоже его где-то опубликовала, он публиковал его и сам, потому что Венское – это кафе называлось так, и отсюда у него вот эти, значит, Куприн как себя ведет в Венском этом кафе и прочее. Вот такое юмористическое произведение. Но я бы не сказала, что он цельно вот вел какую-то одну линию. Все-таки это педагогическое образование, поэтому сейчас я включаю, вот для Союза журналистов сделала его биографию, и я уже включаю, что он педагог. Понимаете, это правда. Даже на том, что он сделал с Иваном, я вот выпустила, тут не прочитала подробности, как он ему преподавал. Ну, это мастерство, просто мастерство, понимаете. Потом он еще шел с ним гулять и по дороге развивал его мышление и старался, значит, в диалог его включить. И все изумительно совершенно. Я тут неожиданно получила какое-то письмо от физика в компьютере, там, ну, сейчас забыла, Захаров он, да, у меня там, вот, он мне, я что-то там написала, брат, и он мне пишет, это тот брат, и выдает стихотворение о брате, которое я не знала. Я стала думать, стала обращаться к коллегам. Никто не знает, какой брат, кому посвящено. Ну, в итоге я сошлась, что это, наверное, собирательный образ, но больше Евгению все-таки. «Донник» стихотворение называется. «Брат в охотничьих сапогах», вот не помню сейчас его, и вообще не помню его наизусть, но неожиданно вот человек сразу к слову «брат» вот это мне выдал. И неожиданные бывают такие вещи, что и не думаешь, а они вот как с этой чернильницей, которую я все время искала, да. Вот я в журнале «Москва» опубликовала чернильный прибор Юлия Бунина, эту историю как-то рассказала. А второй раз, когда вот они чествовали Юлия, Иван тоже с речью совсем и тоже со слезами, понимаете. А письма очень интересные, очень. При том, что Иван Алексеевич завещал письма его не публиковать. Он считал, что он письма пишет плохо, и, в общем, это не следует совершенно. И он был очень требовательным ко всему. Но все нарушили тут же все нарушили, все сразу. Он еще не успел опубликовать это свое завещание в новом журнале, как уже через день нарушили и издали часть писем, и у кого что было, все, конечно, издали. Ну а что, мы должны все знать, знаете, а что же хранить? А вот два тома писем его переписки замечательные, изданы Институтом мировой литературы Сергеем Николаевичем Морозовым. Ну что вы, это же кладезь, там открываешь, да, особенно сейчас, когда есть именной указатель, да? То есть работать легко, когда ты сразу находишь все потрясающее совершенно вещи. Вот много. У меня сейчас в работе несколько таких направлений по его деятельности.
Но я медленно все делаю, да. И потом все-таки я стараюсь не очень наукообразно это делать, а вот чтобы и другие люди могли читать, не только исследователи. Поэтому все вот работы такие, они с определенным уклоном таким. Я считаю, что надо писать понятно всем, не обязательно терминами пользоваться излишне. Это можно в своем кругу, если есть необходимость, на докладах там где-то, научных конференциях. Да и то, мне кажется, когда люди слушают и понимают, о чем идет речь, это лучше. Так меня учили в моем университете, и так я стараюсь действовать. Ну вот, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, если что-то вас еще интересует, по книге, может быть, там еще что-то. Я не сделала, вот надо, конечно, сделать такую типа презентации, вот, чтобы портретики эти были видны, и все было бы видно. Но вы знаете, новых пока, вот я Юлия Алексеевича не нахожу. Их вот несколько, и они так и путешествуют из книги в книгу. Поэтому, если бы что-то открылось, вот этот портрет есть двойной, тройной он, да, и все. А так нового я не нахожу пока. Если это будет, то, конечно, это важно дать, и здорово очень. А так, вот такое лицо, хорошее очень, хорошие фотографии, доброе, да, открытое лицо. И все отмечали его вот щедрость, вот эту душевную, при том, что он очень жестко выступал вот с критикой, с разбором произведений, очень жестко выступал. И при этом все учитывалось, сохранялось и исправлялось. Ну, потому что это же в своем кругу высказал, люди исправили, и получилось хорошее произведение. Это очень вкус отменный, конечно, был. Вот так все состоялось. Спасибо.